И в продолжении темы предоставить и адаптировать подходящее рабочее место для ульяновцев с нарушением слуха, зрения или двигательного аппарата. С такой инициативой выступил глава региона. По предложению губернатора к вопросу трудоустройства специалистов с ограниченными возможностями здоровья необходимо подходить более масштабно. В каждой бюджетной организации, чтобы у нас было создано рабочее место для человека, у которого есть проблемы со здоровьем. Согласно закону о социальной защите инвалидов, сегодня на каждые 35 сотрудников должен быть трудоустроен как минимум один специалист с ограниченными возможностями здоровья. В следующем году таких работников станет больше. Возможно, это будет закон Ульяновской области, который будет стимулировать государственные, муниципальные и другие предприятия различных форм собственности на трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Сегодня в Ульяновской области проживает почти 110 тысяч детей и взрослых с особенностями здоровья. Со следующего года грантовую поддержку особенной категории граждан планируют увеличить, преодолев отметку в 70 миллионов рублей.